Всем привет! Всем привет! Вы на канале Семейного Шоу. И с вами Егор. Мои дорогие амиго. Амиго, 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 амиго. Сегодня к нам пришел киндер-сюрприз. И он спрятался? Угадайте, где? Вот здесь. Та-дам! Та-да-дам! Давай мы делаем киндер с усами. Амиго! Вот такой у нас киндер-сюрприз. Смотрите, что с киндером. У него выросли усы. У него выросли усы. Да, это липучие усы. Это лисенок с усами, да? Да. А что там, наверное? Ладно, это была шутка. Это наши усы. Вот такой у нас киндер-сюрприз новогодний. Все, мы рассматриваем новогоднюю серию со снежными человечками. Ранее они у нас были. Можете посмотреть наших предыдущих видео. Вот здесь ссылочка. И здесь ссылочка. И вы узнаете, кто у нас попался в прошлых выпусках. А сейчас мы будем раскрывать такой еще один киндер-сюрприз, где нарисован лисенок. Лисенок, да, на голубом фоне. Это лисенок. Лисичка с хвостиком. Видишь, хвостик вот здесь есть. Мордочка с черным носиком. Написано «Киндер сюрприз Макси». Давай его распакуем и посмотрим, да, что там у нас яички попадется за сюрприз. Мы очень ждем снежных человечков и эти. Собрать хотим всю коллекцию. Давай. Давай. Распаковывай. Хорошо. Так. Мне интересно, что там попалось. Сейчас мы посмотрим. Да, тут большой шоколад тоже такой же. Да? А ты любишь шоколад? Да, я люблю его. Дети, а вы любите киндер-шоколад? Пишите нам в комментариях, если да. А может, если кто-то не любит шоколад, вы пишите почему. Такое у нас яичко шоколадное. Ну, как и все, только большое, да? Теперь мы на него нажмем. И у нас большая капсула в нем. А он разломался. Сейчас мы откроем капсулу и посмотрим, что нам попало. Кто? Кто там? Кто? Нам повезло. У нас такой игрушки еще не было. Скажи, что он делает? У нас снежный человечек, который на льдине, как на санках, катается. Вот наш вкладыш, наш человечек снежный Йети на льдинке. С горки катается. Их целая серия. Нам еще не попадались одинаковые. Все разные. Был человечек снежный с печатью. Снежный человечек с фломастером, который рисует. С блокнотиком. Но нам сейчас попался снежный человечек на льдине. Нам еще нужен человечек снежный повар. И художник с кисточкой. Так, его можно собрать. Получилось? Очень тяжело. Помогите мне. Давай. Смотрите, посмотрим, как он будет ездить, надеюсь. Первым делом надо человечка снежного поставить на льдинку. Там пазик есть, он туда садится. Давай попробуем, чтобы он поехал. Такой двузубый человечек опять. Прикольный человечек, но он, конечно, маленький, да? Маленький, да, но он очень интересный. Но по сравнению с другими киндерами яйцами, да, эти игрушечки побольше в Максе. Поэтому интереснее тоже. Здесь мы собрали, Егор уже присоединил, две половинки совместил. Здесь есть внизу такие небольшие колесики. Наверное, она, я так понимаю, надо назад немножечко пихнуть его, и он поедет вперед. Как бы покрутить, есть такие машинки детские даже. Покрутишь колесики, да, в другую сторону. Давай попробуем. Да, еще мы заметили одну вещь. Вот здесь есть третье колесико снизу, вот два черненьких колесика есть. И одно такое голубенькое, оно вот этим рычажком делает, может, поворот влево и поворот вправо, чтобы его льдинка, как будто это санки, поворачивала. То есть он может управлять своими ледяными санями. Классный у нас человечек. Давайте попробуем его запустить. Да. Поворачивать можем вот этот пазик вправо, натягивать его так немножко назад и отпускать. И он поворачивает у нас вправо. Видите? А если... Ну, кстати, у него хорошо очень колесики крутятся. Значит, он быстро будет ездить, особенно по полу, если пол без ковра. Поворачиваем пазик влево. Опять разгоняем до щелчка. И пускаем. Он поворачивает влево. И влево, и поехал туда мне. Да.
Он к тебе сейчас поедет, лови. Мой человечек снежный у нас самый лучший, да? Давайте мы его попускаем. Манекен! Сейчас покажем ребятам. Ты манекен, лови. Закрыли пузыркалевка ворота. Опа. Ой, он куда-то поехал направо. Надо нам поправить, поставить пазик наш ровненько. Завести. Опа! Он не туда поехал, он в шоколаду поехал. Его надо завести, чтобы он у вас поехал, ребята. Надо его немножко прокатить в обратную сторону, потом резко отпускаете, и он едет. Да, понял? Понял. Такие бывают машинки заводные тоже. И отпускаю. Ай, ну я и ты завтра. На дороге киндер-шоколад. Не хочу я больше яйцо, я и так там долго сидел, правда скажи? А мне можно это? Много шоколада кушать нельзя. Такой у нас классный снежный человечек попался, мы очень рады, очень довольны этой серией, мы в восторге. Правда, Егорка? Да, правда. Ой. Вау! Не туда? Упал со стола. Я подниму его. Сейчас соберем целую коллекцию, наверное, да? Да, мы будем собирать целую коллекцию. Это наша цель была. Мы показали вам этих снежных человечков. В следующем видео смотрите других. Может, нам кто-то другой попадется. Не пропускайте наши ежедневные выпуски. Егор, семейное шоу. Да. И оставайтесь вместе с нами. С вами!